космос. Это в основном сегодня рассмотрим учебники, посвященные для космосу, для радиокосмических инженеров, программистов, студентов, введение в ракет космическую технику, основу компоновки бортов пилотируемых на основе станции МИР, МКС. Такие вот модули планировались, могли быть с использованием истории человечества. Компоновка аппаратов спускаемого, корабль «Союз» и «Аполлон», компоновка шаттлов, крепление на поверхности станции, спальные места, рацион питания. Это на станции МИР вот такой обеденный стол был с функцией подогрева, подачи воды. Сумка для инструментов, которые берутся при выходе с космической станции. Вот инструменты. Сумки космического аппарата. Это уже спутники, естественно, не пилотируемые, то есть это не жилые, просто спутники. Вот космическая электроника в двух томах. Это, ну, это такая тонкая книжечка. Щина памяти. Так. Разработка космических систем, космический аппарат. Это переводная книга от Европейского космического союза. Тут тоже вот всякие технические особенности, модули, крепежи, строение тоже на основе полон спускаемых аппаратов, учение. Орбитальные полеты. Вот увесистая такая книжка. Тоже вот такая же примерно размером. И тут 300 тираж. Тут тираж 100. Антон Первушин, космическая мифология. Так. Основой расчет. Это вот тоже жидкостный ракетный двигатель, основа проектирования. Это уже твердый. Топливо ракетное. Так. Научно-популярные книги. Тут Тим Пик. Естественно, авто про, по сути, книжку взял на основе этого, своих соцсетей из ответов на вопрос. Еще на жизнь на МКС, подготовки.
примерно на ту же тему наша книга нашего космонавта Дэвид Бейкер, посвященная истории корабля «Союз». Виталий Егоров, он же зеленый кот, блогер, тоже научный просветитель. У него книги на космос упущены. Ну, тут особенности, скорее, технических особенностей. Тут тоже как бы ответы на вопросы сборника.